так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Конечно, это да, немного печально, что он и не собирается возвращаться домой, и, в принципе, Сухой даже не знает, куда отправляется Артём. С Рижской! Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Он все-таки его отчим, не родной отец, конечно, но все равно родня в метро — это довольно важно для многих. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? А что это мы тормозим, да? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Ну, конечно. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Если уж сразу... Открывай ворота! Сразу в экшен, так с полной головой окунаемся в него, да. Что там такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему. И не понравилось мне. Совсем. Что-то там нехорошее творится в этом туннеле. Да уж, весьма. Да вообще здесь, кажется, мне в каждом туннеле может так происходить что-то странное и таинственное. Хотя, может быть, люди сами себе это внушают. О, у нас появилась пушка. Значит, здесь все не просто так. Хорошо. Да, читая книгу, мне иногда складывалось такое впечатление, что они просто сами себе все это напридумали, и просто все сошли поголовно с ума, да, и все. Ничего этого на самом деле нет, но каждый решает сам, в какую правду ему верить, и есть ли здесь что-то таинственное или нет. Но, в принципе, я верю, что такое может быть, поэтому... Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. А с кем это с ними? Страшно. И жалко их очень. С кем это с ними? Слышали, звук был странный? Не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Да, есть этот звук такой, да? Странный в наушниках. Что вообще происходит, да? Артём! Сюда! Хантер? Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. А что это ему Хантер привез? О, это черные, да? Да, это черные. Неужели они нам показывают смерть Хантера? Потому что до конца... Ах, как неприятно. Они прям воздействуют на разум, да? Ну вот этот звук прикольно сделали, блин. Вот когда играешь в наушниках, реально его ощущаешь. Нет, он все-таки добил его в конце. Ну это же Хантер, ладно. Это же Хантер. Так, ладно, все в отключке. Это очень плохо. Это жесть как плохо. Я слышу странные звуки мутантов впереди. Не черных, конечно, но кого-то еще. Женька, просыпайся, пожалуйста, Женя. Давай, поехали, Жень, давай. Просыпайтесь, ради бога! Очнее, Борис! Вон они бегут, вижу, вижу, я их вижу. Хорошо. Сейчас. Блин, сколько патронов в них надо выпустить.
Вообще, конечно, местами игра просто жесть какая линейная. Вот, например, как сейчас. Я вообще здесь несколько раз уже умирала, но я не стала это оставлять, потому что, ну, это немного позорно. Спасибо. Спасибо за дробовик и спасибо за помощь. Ну вот, игра довольно линейная, потому что не надо сразу мутантов всех этих убивать. Надо подождать, пока они... Блин, ну давай уже, перезаряжайся. Ну вот, когда они перейдут в другую, они запрыгивают сначала на дрезину, а потом в другое место перемещаются. Только тогда их надо убивать. Вот как сейчас. Потому что если ты их сразу начнешь убивать, то им вообще бестолку будет. И когда он перепрыгнет на нужное ему место, он тебя нафиг убьет, потому что ты перезаряжаешь свое оружие. Вот именно из-за этой фигни я и несколько раз здесь уже успела умереть. И это не есть гуд, конечно, но это линейность. Ничего с ней не поделаешь. Блин, их очень много. Их очень много. Не двинуть бы кони еще раз. Давайте, Борис. Блин, того чувака забрали. Это тоже по сценарию? Да, это тоже по сценарию. А то я уже думала, ну все, все, опять конец, гейм овер. Чувак. Ладно. Ё-моё, сколько их. Так, и чё мне... Ладно. Короче, надо бежать со всех ног. Все, помчали, помчали, Артём, помчали. Давай, 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 беги, пожалуйста. Главное, они впереди стреляют. Гляньте, я бегу прям по путям и прям под огнем. И они не попадают по мне. Спасибо. Жареным мясом запахло, да? Да. Блин. Это было жестко, конечно. Да, весьма горячее. Да, я, пожалуй, тоже пойду пропущу стаканчик водички простой.